Привет, уважаемые подписчики! Это очередной выпуск Милован Шоу. И, по сути, это у нас с вами будет своего рода опыт использования. Как вы знаете, в одном из предыдущих видео я занимался распаковкой тех посылок, 6 штук, которые мне пришли с сайта AliExpress. И вот среди всех этих посылок был вот такой вот картридер. Значит, и сегодня хотим проверить, как он работает. И у меня есть сомнения по поводу того... Действительно ли я заказывал вот этот самый картридер, или мне продавец послал какой-то первый попавшийся. Вначале мы проверим, действительно ли он, потому что я, честно говоря, планировал, что картридер будет для флешек гораздо большего размера. Я вам сейчас покажу. Вот у меня есть камера, значит, я на нее снимаю обзоры распаковки. Очень старая камера, кэноновская. И вот такие вот тут флешки есть. Вот видите, большая. Пришла картридер вот для такого. И вот я думаю, либо я где-то профукался, да, и неправильно заказал, либо продавец меня обманул и отправил вот такую вот фигню. Давайте сейчас, значит, перейдем. Я уже зашел на сайт AliExpress. Значит, также в одном из следующих видео мы с вами попробуем вот эту вот внешнюю USB звуковую карту. 3D написано, что немаловажно. Коврик, сразу, что по пути... Коврик, значит, ну, отвратительный вообще коврик, честно признаюсь, сразу, да, опыт использования коврика. Во-первых, он скатывается, то есть, когда вы двигаете мышкой, он там сминается весь. Во-вторых, он никаким образом не прилепляется к поверхности стола, то есть, вы двигаете мышкой, коврик уходит вместе с мышкой. Я, может быть, думал, там есть какая-то клейкая сторона, ну, видимо, нет. То есть, обычно какой-то душманский дешевый коврик. Если, как сказать-то, если вот тут прям вот необходимо коврик дешевый, просто чтобы он лежал где-то и очень редко вы там не часто пользуетесь, то возможно, но я очень часто двигаю мышкой, то есть активный пользователь компьютера, и данный коврик вообще не вывозит. Хотя стоит, как вы видите, 35 рублей. Ну ладно, мы с вами переходим как раз-таки к нашему картридеру. Но тут я уже вижу, что в названии указано microSDTF, и, возможно, это я профукался. Тем не менее, стоимость данного картридера 12 рублей. Давайте откроем подробности заказа и посмотрим, действительно ли я ошибся. Так, нас интересуют более подробные фото внизу. Так, USB 2.0, 480 мегабит в секунду. Вот. Да, это, видимо, я ошибся, подумал, что этот картридер будет воспринимать в том числе вот такие вот формат SD-карты, просто стандартного SD. Ну, ладно, профукался. Хочу, кстати, заказать для таких карточек, потому что не особо удобно прям подключать фотоаппарат к проводу. Иногда проще флешку воткнул и все, и скинул видео записанное. Ну, ладно, это мой косяк, я ошибся. Тем не менее, вот он. Меньше доллара, даже меньше половины доллара, 21 цент. 12 рублей. Давайте проверим, как он работает и работает ли вообще. Как вы помните, при распаковке вот этот вот USB разъем, он слетел у меня. Я его во время записи же, если видели, вспомните, прям присобачил, обратно вставил его на место. И вот теперь вот он не уходит никуда. То есть он надежно встал и вроде больше не планирует оторваться. Значит, сам разъем для флешек у нас находится вот сзади. Значит, поскольку это для microSD, то нам, конечно же, понадобится карточка microSD. Вот у меня есть карта SanDisk на 2 гигабайта. Я ее заказывал, если не ошибаюсь, тоже с сайта AliExpress. Значит, ну, давайте. Сейчас мы попробуем. Значит, во-первых, давайте вставим карту, и нужно понять, как. Судя по расположению разъемов, это надо вставить, то есть вот вверх контактами. Нет. А может вниз? Да, ведь как-то она странно. Она очень так кривовастенько входит. Но вроде вот вниз контактами мы вставляем. Все, сейчас я немножко исчезну из кадра, потому что вниз вставлю. Так. Звук подключения есть. И бабам! Оно работает. Все вроде бы работает. Так. Давайте посмотрим, сколько на этой карте свободного места. Свободно 543 мегабайта. Давайте попробуем что-нибудь скинуть, какой-нибудь такой объемный файл. Ну, что обычно скидывают на microSD флешки? Музыку,
с нее скидывают картинки. Такое, да, это стандарт для плееров и для телефонов. Ну, давайте скинем какой-нибудь видеофрагмент. Давайте зайдем в загрузки и посмотрим скорость. Какова будет скорость? Компьютер при записи у меня чуть подвисает, ну да ладно. Так. 539, надо что-то поменьше. Но при этом тоже внушительных размеров. Вот, давайте. У меня есть тут архив на 52 мегабайта. Просто попробуем. Сейчас скидывается, не скидывается и насколько быстро. Так, скидываем прямо в корень флешки. И смотрим. Ну, достаточно быстро, как видите. 50 мегабайт скидывает легко. Хорошо. Давайте я сейчас попробуем удалить это все дело. Вот. Гигабайт уже под это. 1,3 почти гигабайта было. И вот уже скорость совершенно другая. Значит, очистилось у нас это все дело. Флешка чистая. Теперь давайте скинем какой-нибудь объемный файл на нее. Давайте, у меня есть тут видео 500 мегабайт. Его и попробуем закинуть. Так, где? Вот USB накопитель. Так, бодренько пошло. И пока это скидывается, я вам хочу сделать такую мини-рекламу самого себя. Значит, года, наверное, 4 назад я занимался тем, что записывал обзоры на книги. У меня был книжный канал с книжными обзорами. И вот 4 года я его не вел, и тут решил что-то вернуться. Захотелось мне рассказывать о книгах, которые я читаю, о впечатлениях. Значит, канал этот я восстановил, он у меня был не удален, ничего, видео там все сохранились. Он называется «Видеоавтор». Вот видите, вот здесь вот он. Ссылку на него я дам в описании. То есть, если вам интересны книжные обзоры, переходите, подписывайтесь. Очень ближайшие, там буквально 2-3 дня, я начну его заново вести, я его воскрешу. Эти видео я удалять не буду, посмотреть. Это 4-летние видео, очень прикольно посмотреть, как я видел 4 года назад. Вот, новые видео начну публиковать, книжный канал будет вестись активнее. Что касается Милован Шоу, то, естественно, я его забрасывать не буду. Здесь у меня 75 подписчиков уже, я думаю, это количество будет расти, поэтому я их не буду бросать. В чем такой маленький минус этого канала? Здесь видео выходит тогда, когда приходят товары на обзор, и несколько видео выходит там, вот как подобное этому видео. Поэтому... Ну, такое, да, не часто видео будет выходить. В книжных же каналах что просто? Я прочитал книгу, рассказываю, прочитал, рассказываю. Гораздо-гораздо проще. Так, у нас скинулось. Как видите, 500-мегабайтный файл, уже 539, скидывается достаточно быстро. Значит, вот вам показатель того, как работает этот картридер. Значит, это, в общем-то, все, что я хотел сказать. Картридер работает. Картридер для microSD формата. И скидывает, ну, довольно шустро для товара за 12 рублей, согласитесь, это круто. Если вам нужен картридер, переходите по ссылке в описании к этому видео, заказывайте себе картридеры. 12 рублей можно купить их несколько штук, еще и друзьям подарить. Значит, с этим понятно, с картридером разобрались. Следующее видео будет посвящено USB звуковой карте. Протестируем, посмотрим вообще, как она работает. Я уже отчасти ее, вот она, кстати, протестировал. В плане каком? В плане внешнего воспроизведения звука через наушники. Вроде работает. Вот. Попробуем еще на обзоре, но воспроизведение работает. То есть это не хрень бутафорская, которая для виду только спаяна. Значит, что еще хотел сказать? Паблик, товарка с AliExpress. Мой паблик, здесь я 2 часа каждый выкладываю новый товар с AliExpress. Так что подписывайтесь на паблик. Вот здесь вот, ну, помимо видео, да, публикуются еще и товары крутые с AliExpress. По ссылкам можете переходить и заказывать. Значит, у некоторых стоимость указана, у некоторых нет. Вот, подписывайтесь, вступайте в паблик. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Скоро будут у нас тесты вот тех товаров, которые пришли. С пауэрбанком разберемся, со звуковой картой, с ковриком и с картридером уже разобрались. И еще новые посылки, конечно же, придут. На этом все. Спасибо, что смотрели. Все ссылки в описании. Ставьте лайки. Пока.